Тем временем медицинский поезд «Саламат-Казахстан» продолжает свое путешествие по стране. Сегодня он прибыл в Павлодарскую область. Жителям будет доступна бесплатная высококвалифицированная медицинская помощь. Состав сейчас находится на станции Шакат. В графике также включены другие населенные пункты. В Красноармейку поезд прибудет 14 июня. Через два дня врачи посетят спутник. С 17 по 19 число за помощью к медикам смогут обратиться жители Таскульдыка. С 19 по 20 Майкаина. Также ожидается, что состав заедет в Бошшаколь, Улинти и Тургай. Расписание движения поезда можно найти на официальных страницах в соцсетях. Напомню, телеканал «Жибек Жолы» является информационным партнером проекта.